Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами обсудим 4 финансовые программы, которые существуют в производственном кооперативе «Сова». Напомню, что у каждого из нас есть возможность на 11 месяцев заключить договор и, внеся определенную сумму паевого взноса, стать ассоциированными членами производственного кооператива «Сова». Наши деньги поступают с вами на ликвидное существующее производство, которое работает в сфере энергосбережения с 2008 года и выпускает автономные электрообогреватели конвекторного типа, которые являются в данной экономической ситуации и политической ситуации в стране очень востребованы в связи с ситуацией с газом. Поэтому на основании существующей ежемесячной прибыли для нас разработали 4 основные финансовые программы, а также минимальную сумму входа и максимальную. Минимум, что принимают от пайщиков, 500 гривен. Максимальная сумма паевого взноса 15 тысяч без согласования. Если сумма превышает 15 тысяч гривен, тогда мы пишем заявление на имя главы правления с просьбой рассмотреть ту сумму, которая у нас имеется. Итак, по порядочку о каждой программе. Первая финансовая программа позволяет нам получить прибыль 90% за 11 месяцев. Условия первой программы следующие. С 1 по 10 месяц нам выплачивают 9% ежемесячной прибыли. На 11 месяц по закону Украины о кооперации нам обязаны вернуть и возвращают 100% той суммы, которую мы с вами внесли. Если мы рассмотрим примерно 5000 гривен, то получается выплаты будут проходить следующим образом. 10 месяцев подряд мы будем получать по 450 гривен, а значит это 4500 в сумме. И потом нам возвращают 5000 гривен, которые мы внесли. Вторая финансовая программа позволяет нам получить прибыль за 11 месяцев 105%. Условия второй программы следующие. С 1 по 9 месяц наши деньги работают на производстве, и дивиденды мы не получаем. Выплаты начинаются только с 10 месяца. И именно в 10 месяце нам сначала возвращают те деньги в полном объеме, которые мы внесли, а на 11 месяц нам выплачивают всю прибыль сразу, 105%. Итого, под второй финансовой программы выплаты будут проходить следующим образом. Сначала нам возвращают наши 5000 гривен, а потом выплачивают всю прибыль 5250 гривен. Третья финансовая программа позволяет нам получить прибыль 100% следующим образом. Если мы внесли 5000 гривен, как пример, на них ежемесячно начисляют 10,5%. Но выплачивают эти деньги раз в квартал, на 3, 6 и 9 месяц. Нам выплачивают по 31,5%. На 11 месяц нам возвращают 100% внесенной суммы денег. И сразу же в этом месяце выплачивают бонус 5,5%. Выплаты будут происходить следующим образом. 3 раза мы получим по 1575 гривен. Потом на 11 месяц нам выплатят 5000 плюс бонус 275 гривен. Итого эта сумма составит 10 тысяч гривен. И теперь четвертая финансовая программа, которую мы назвали товарная, а конкретно НЭП-500К. Эта программа, когда вместо ежемесячных дивидендов нам на руки выдают автономный электрообогреватель, самый мощный, который потребляет 0,5 кВт в час и при этом способен отапливать до 12 квадратных метров в самостоятельном режиме. Условия четвертой программы следующие. Минимальная сумма по четвертой программе составляет 1160 гривен. В течение 21 дня компания нам на руки выдает автономный электрообогреватель НЭП-500К. А на 11 месяц нам выплачивают 1000 гривен. Что также можно сказать о четвертой программе?
Если нам необходимо большее количество обогревателей, то мы, в принципе, умножаем вот эту первоначальную сумму взноса, минимальную, по четвертой программе, на то количество обогревателей, которое нам необходимо. Например, если нам надо 2 обогревателя, то мы 2 обогревателя умножаем на 1160, это получается 2320, но на 11 месяц нам вернется 2000 гривен. А обогреватель мы получаем в течение первых 21 дня после проплаты. Если нам необходимо 5 обогревателей, мы умножаем 1160 на 5 обогревателей. Это получается 5080 гривен, но на 11 месяц нам возвращают 5000. А 5 обогревателей мы получаем в течение 21 дня. Преимущества этой программы давайте подытожим. В первую очередь это очень вовремя своевременная программа, которая позволяет приближающимся холодам быстро получить автономные электрообогреватели. Также это хорошо для тех людей, которые в качестве гарантии хотели бы иметь на руках продукцию либо определенный товар. Ну а так как компания НЭП выпускает только автономные электрообогреватели, то, конечно же, своеобразным гарантом является именно их продукция. А для людей, которые рекомендуют и приводят в компанию людей, которые регистрируются по четвертой программе, в качестве премии всегда выплачивают по условиям проценты именно от 1000 гривен, 2000 гривен, 3000 гривен. То есть премия нам выплачивается от суммы прибыли, которую получает человек на 11 месяц.